Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на обзоре телефон из сайта AliExpress. Давно хотел себе поменять телефон, рассмотрел кучу обзоров на YouTube, не мог определиться, но наконец-то определился и выбором своим я доволен. Искал я телефон с хорошей камерой, это основной мой такой критерий в выборе был, и хорошая, чтобы батарея была к этому всему. Ну и, конечно же, процессор. Итак, нашел я на AliExpress очень хорошего продавца, официального продавца вот этого телефона. И у него была лучшая цена, которую я нашел на AliExpress. Обыскал кучу продавцов, этот был самый дешевым. Комплектация, вот так телефон пришел, в этом пенопласте и в полиэтиленовом кульке. Вот шла в комплекте такая вилка, переходник и коробочка с телефоном. Так, кстати, это телефон, я сказал, Xiaomi Note 3 Pro. Здесь 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти, 5,5 дюймов экран, 4000 мАч батарея, что меня очень порадовало, и 16-мегапиксельная камера. Также я еще не проверял ее, конечно, но по обзорам, мне кажется, она будет достойная. Кстати, на камеру я сниму отдельный обзор, потому что мне очень важна камера в телефоне. Я надеюсь, что... Вернее, не надеюсь, а уверен, что есть еще люди, которые покупают телефоны из-за камеры, хорошей камеры, и для них это очень важно. Итак, это официальный представитель Xiaomi на AliExpress. Очень хороший магазин. Пришел мне телефон за 14 дней в Украину. Я очень доволен такой быстрой доставкой. Так, что идет в комплекте? Идет в комплекте сам телефон. Кстати, телефон выпускает вот в трех цветах. Черный, золотистый и серебристый. Я выбрал себе серебристый. Он самый дешевый. Цвет, зависимо от того, какой цвет, цена разная. Самый дорогой черный. Потом вроде идет серебристый и самый дешевый золотой. Вы можете перейти по ссылке, посмотреть этого продавца. Обзоров на этот телефон уже на YouTube очень много, поэтому снимать какой-то помпезный обзор по техническим характеристикам, думаю, нет смысла. И просто покажу, что себя являет вот этот продавец и что он мне прислал. Так, прислал он мне телефончик, вернее, эту коробочку, в которой телефон. Здесь инструкция и скрепка, чтобы слот вынимать вот этот. Дальше зарядка на 2 ампера и кабель. Xiaomi комплектация стандартно очень бедная, но зато телефон и производитель очень надежный, телефончики очень хорошие выпускает. Вот такой хороший толстый кабель. Вот и вся комплектация к телефону. Теперь давайте посмотрим телефон. Телефон очень красивый, мне дизайн очень понравился. Я, конечно, на дизайн не особо обращал внимание. В основном я смотрел на камеру, батарею и технические характеристики. У этого телефона они просто идеальные. Для геймеров этот телефон просто идеален, очень производителен, очень хороший. Ну, самые позитивные отзывы посмотрел на YouTube. И очень захотелось этот телефон, вот я себе его и купил. Дизайн красивый, серебристый цвет красивый. Я буду телефон носить в чехле, поэтому мне не особо есть разница, какого он цвета, но этот дизайн мне понравился. Камера, кстати, что мне также понравилось, втоплена идет, она не выпирает, поэтому стираться не будет. Вспышка идет двойная, двух цветов, для того, чтобы цветопередача камеры была лучше. Также есть сканер отпечатка пальцев. Вот это идет какое-то металлическое вроде, алюминий. А вот это, не знаю, вроде бы пластик. Так, вот так он смотрится с этой стороны, качелька громкости, включение и выключение. Внизу зарядка и динамик, микрофончик точнее. Здесь слот и сверху так, поднаушники и инфракрасный порт. Динамик здесь. Звук, кстати, этого телефона также очень хороший. Цвета. Экранчик бесподобный. Как телефон не крути. Цветопередача не меняется, никаких искажений, все просто идеально.
Да, телефоном я очень доволен, хоть я его только что получил, но уже успел немножко поиграться им, и мне все понравилось. Так, что еще хотел сказать, что очень важно, в этого продавца уже из коробки стоит официальная глобальная версия прошивки, которая сама обновляется по воздуху. Вот она. 7.3 стабильная Global. 7.3600. Да, процессор здесь шестиядерный, 1.8 ГГц, но очень производителен, очень хороший процессор. Несмотря на то, что здесь 6, а не 8 ядер, эти 6 ядер опережают 8 ядер у других производителей и у других телефонов. Смотрел очень много обзоров, поэтому говорю, опираясь на эти факты. Вот 3 гигабайта встроенной оперативной памяти и 32, в которых доступно 25 для пользователя. Также есть возможность вставить слот карту памяти и две сим-карты. Один слот выбираете, либо сим-карта, либо карта памяти. Так вот такой хороший, красивый телефон за довольно-таки небольшие деньги. И по этой цене, которую предлагает официальный магазин, ссылка под видео, я считаю, это самый достойный телефон. По крайней мере, пока что такое мое мнение о нем. Возможно, потом я его изменю. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте под видео. Вот и все, что хотел сказать. Не знаю, возможно, еще кого-то заинтересуют параметры. Так, 75 мм на 150 мм и на 9 мм. Вот такой. Он кажется и большой, но в руке мне держать лично мне удобно. Я доволен. Я достаю по всем углам. Не скажу, что это, конечно же, не 5 и не 4 дюйма, но 5,5 дюймов – это то, что я хотел. Вот такой телефончик. Еще ждите, подписывайтесь на канал, и скоро выйдет обзор на камеру к этому телефону. Это то, для чего я купил этот телефон. Эта камера мне очень была важна, важен этот сам нюанс. Хорошая камера в телефоне. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, поддержать меня и подписаться на канал. Всем хорошего настроения. До свидания.